предстоящее воскресенье, 9 февраля, на центральном стадионе Олимпийский в столице Чувашии пройдет День зимних видов спорта. Это один из новых праздников. Появился он после 22-х зимних Олимпийских и 11-х Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году. На стадионе Олимпийский в Чебоксарах в этот день пройдет массовый забег на коньках, а также показательные выступления фигуристов. В программе спортивного праздника мастер-классы и встречи с ведущими спортсменами. Праздник завершится дискотекой на льду. Начало мероприятий в 10 утра.